Мощный микроскоп, автоматы окраски и другое высокотехнологичное оборудование – вот повседневные инструменты цитологов. Новинки медицинской техники представлены на выставочных стендах ежегодного расширенного пленума клинических цитологов России. Врачи-цитологи, лаборанты, ученые и профессорско-преподавательский состав России, стран Европы и СНГ обсуждают проблемы и тенденции в области цитологии. Особое внимание – современным методам исследования. То есть в настоящее время у нас очень совершенно проблема. Это проблема дополнительного профессионального образования, проблема того, чтобы цитологи повышали свою квалификацию. Клиническая цитология сейчас может очень многое. Бурно развивается молекулярная диагностика, бурно развивается цитогенетика. Мы многое знаем о генах, которые у человека. Мы многое знаем о том, что клетка делает, как она разговаривает. Профессиональная кредо цитологов – любознательность. Исследования проведения клетки помогают уточнять диагнозы серьезных заболеваний. Наша организация, которая насчитывает около 1500 человек, занимается диагностикой различных заболеваний. В первую очередь опухолевых заболеваний. Мы диагностируем заболевания на основании изучения свойств клеток. В насыщенной программе четырехдневного пленума более 40 докладов, лекций, семинаров. Часть докладов представлены в материалах выставочных стендов. Собралось достаточно большое количество экспертов в области цитологии, специалистов как практикующих, так и занимающихся научной деятельностью. Очень много вопросов поднимается, в том числе и тот вопрос, который представляет наш прямой интерес, вопрос современной диагностики цитологической, новые методы, методы, которые признаны во всем мире. Жидкостная цитология, в частности. Очень рада, что мы здесь находимся. Достаточно плотная работа идет. Эксперты видят необходимость объединять накопленные знания и делиться с другими специалистами смежных профилей. Ведь цель работы любого врача – здоровые люди.